Немножко отвлечемся от традиционного карате, немножко окунемся в спортивное. Все просто, только передвижение. Сразу скажу, что в спортивном карате все перемещения осуществляются на носках, пятки пола не касаются. То есть любая стойка камаэта, примерно средней длины, пятки оторваны, стопа впереди стоящей ноги, пальцы смотрят вперед. Почему? Потому что если их развернуть в сторону, это затрудняет шаги и перемещения, и это увеличивает вероятность высекания. Соответственно, сейчас мы с вами попробуем такое движение. Мы ставим камаэта и подсчет делаем два смещения, два юряша назад. Вот таким образом, на месте вертикальный челнок и подсчет. Пич, раз, два. И достаемся здесь. Ни вперед, раз, два. Потом меняем стоечку и переходим к упражнению. Всего сделаем два упражнения в парах. Что просто, чтобы вы поняли вот, и почувствовали дистанцию. Давайте кидали, встанем. Первый счет. Два вперед, два назад. После того, как сделали движение вперед, не стоим. Спокойненько смещаемся, пятки пола не касаются. Плавно, плавно. Руки всегда держат форму перед собой. Поехали. Ич. Ни. Стоп, одна поправка. Если при смещении слышно вот это ошибка. Вы должны слышать вот это. Да, не должно быть касания пятки. Еще раз, вперед. Ич. Ни. Пан. Ти. Гоу. Хорошо, стоечку поменяем. И еще раз. Спокойно, спокойно. Руки держат форму перед собой. Вперед. Ич. Ни. Ич. Ни. Сам. Ти. Хорошо. При такой работе, когда она в течение там, поединка трех минут идет там, дополнительным временем где-то киваки, дополнительно еще там какой-то. Ну, в общем, при такой работе трех минут ноги очень сильно устают. Теперь кто помоложе? Вот так, фронтально ко мне. Вот так. Длина, дистанция между нами, длина вытянутой руки. Свободно, ну, фронтальная стоечка. Вот так, свободно двигаемся. И задача вектор твой, вектор, то есть ось моя, ось твоя. Она не должна смещаться. Ты все время соблюдаешь ось со мной. Ну, поехали. И дистанция. Вот такое упражнение. Резко рвать не надо, потому что время его реагирования на мое смещение все равно занимает какое-то время. Мягко-мягко, носки, только носки. И по команде смена. Давайте пара разомнемся. Вот это примерно средняя дистанция нашей работы в спарринге. А всегда спортсмен любой в основном реагирует не на смещение, а на смещение корпуса. То есть встречайте заднюю руку в среднем темпе. Видите, смещение корпуса есть, здесь смещения корпуса нет. Вот об этом уже говорили передо мной инструктора. Есть такая работа, как вот это, так и вот это. Когда делаем раз, два, он может не успеть. Почему? Потому что корпус не смещается. Вот здесь это называется рывок. Я ловлю микропаузу, я его выгружаю, и в тот момент, когда он проваливается, я захожу. Но сейчас не об этом. Сами, ягодицы, голова, корпус. Спокойно. Раз, два. Ага. Чуть помедленнее. Покажу. Сейчас будем два движения делать, будем работать углом. Стоп. Первое движение. Юряш назад. Раз. Второе движение. Перейди ногой. В сторону. И назад. Вот таким образом. Раз, два. Медленно, спокойно, двоечка. Пошли. Раз, два. Еще раз. Раз, два. Еще. Раз, два. Это говорит о том, что вот, в спортивном карате только прямые движения. Вот таких движений нет. Раз. И сбоку. Только вперед, назад. Есть смещение в сторону, есть срывы атак, есть уходы под углами, но все атаки идут прямолинейно. Поэтому при движении у меня два варианта. Либо убежать, либо встретить, три, либо уйти в сторону. Еще раз. Раз, два. Раз, два. А теперь будем делать с ним вместе такую работу. Твоя атака, мой выход. Еще. Раз, два. Раз, два. Именно таким образом я возвращаюсь. Еще. Раз, два. Теперь медленно руку выпрямим. Первый шаг, как будто кизами. Раз. Сохраняю среднюю дистанцию. И я. Два. Раз, два. Раз, два.
это сделаем. После этого еще одно упражнение, очень интересное в парме. Понимаете, есть масса со смещением назад. Урома ваша, со смещением назад, шира, кизами, гиатур, агент, все что угодно. Даже раз, два, под переднюю ногу, все что угодно. Вариативность техники очень высока. Вот Олег Алексеевич сказал, что спортсмены, которые сейчас нынешние спортивные карате практикуют, они летят, но не успевают, я согласен. Но моя точка зрения такова, что отсутствует достаточное количество базовой техники. Они приходят, сразу начинают прыгать. Момент попадания, кимэ, заншина, хиките, все это отсутствует. Поэтому все кумитисты, молодые, которые прыгают, всех вот, вот так вот все, никакого заншина. Теперь давайте встанем, кидаем. И то же самое сейчас делаем. Просто попробуем, потом сразу в паре. Первое движение. Делаем букву П. Смотрите, первое движение. Все в этой стойке. Назад, Юрияши. Ич. Ближняя нога левая, в сторону. Фронтально. Ни. Правая нога вперед, миги. Сам. Букву П. Теперь назад. Ич. Ми. Сам. Ич. Ми. Сам. Ич. Ми. Сам. Ич, ми, сам. Ич, ми, сам. Ич, ми, сам. Хорошо. Так, где моя пара? А теперь то же самое вместе. Но смотрите, такой момент. Рука ближняя, как стояли команды, не выпрямляется. Она просто разворачивается ладонью на руку. Вот это наша дистанция. Вместе пошли назад. Ич. Нет. И назад, я назад. Ич. В сторону. Ни. И вперед, сам. Нет, нет, ты сюда же должен быть еще. Раз, два, три. Еще раз пошли. Ич. Сам. Вот здесь, да. Теперь назад. Ич. И. Сам. Теперь все слитно плавно. Поехали. Раз, два, три. Раз, два. Это упражнение просто учит дистанции и возможности двигаться, смещаться, перемещать углом, постоянно держать партнера в паре. Давайте попробуем. Все, я больше не смею задерживать ваше внимание, оставлю другим мастерам. Спасибо большое.